Здравствуйте, дорогие друзья. Делаю этикетки для маркировки растений. Вот, вырезаю из пивных банок такие полоски. И с помощью набора клемм выбиваю на них название сортов. Вот это вот у меня 5-миллиметровые клейма, ну, это кириллица, есть латиница еще, и набор цифр. Ну, в принципе, выбивается легко. Пробовал писать острым предметом, но, конечно, получается не особо хорошо. Клеймами намного лучше. Раньше писал вот с помощью такого твердосплавного шила. Но неудобно. То есть надо прилагать большие усилия, во-первых, чтобы удержать эту полоску. И очень сильно надо нажимать, в принципе, после 2-3 этикеток, табличек уже начинает болеть рука. Ну, с помощью клеммы это все намного проще. Ну, несколько медленнее, зато более эстетично получается. Вот. Потом эти полоски я обрезаю, закругляю и пробиваю отверстие для проволочки, чтобы привязать к растению. Вот. Это вот для актинидии, Джеральди, туземка, горянка, полигама, абрикосовая, гибридная, колбасиной. Это мужское растение актинидии Джеральди. Сурийский ухажер. Это левтина. Вот так вот. Высота клейм, в принципе, бывает и 2-сантиметровый, но я думаю, там уже неудобно. Там слишком большой удар надо будет наносить на это клеймо, и в домашних условиях уже будут соседи стучаться в стену, в дверь. Так что я думаю, вот для меня 5-миллиметровое клеймо самое то, и занимает не так много места на алюминиевой полоске, и не так сильно стучать приходится по нему. Спасибо за внимание. До свидания.